Культура Мурманской области может зазвучать по-новому, при этом не теряя традиции, считает министр профильного ведомства Ольга Обухова. Тем более деньги на грандиозные планы будут выделены. В планах более 880 миллионов рублей. Впрочем, вызовов и задач тоже немало. Сегодня мы будем поднимать те вопросы, которые волнуют наших руководителей. Те вопросы, где нужно выработать единый подход и единое мнение. В планах воссоздать творческие пространства, дать им вторую жизнь. Например, в 2022 году переоснастят 7 библиотек по модельному стандарту, организуют виртуальный концертный зал в Кировске, а для музыкально одаренных детей создадут региональный образовательный центр Юрия Башмета на базе Мурманской областной филармонии. Элина Шегенова, Николай Лукинов, ТВ 21+.